Короче, на голову тело на коленнике не слазит. Это круто. А на штанах спускается. Поэтому, конечно, лучше ездить в защите, которая в карманах у брюк. Тогда нормально. Но тогда есть шанс, что если ты попадешь в камни, штаны порвешь. А пластик, как известно, просто поцарапается. Поехали дальше, вот на ту сторону. Не знаю, там будет раздел, наверное, закрытый. Вообще отличная погода, едет, прохладно, хорошо.